Тролль. Давно я не видел такого крупного экземпляра. Наверное, он очень старый. Кажется, он немного занервничал. Руками, но я и не думал, что он умеет писать. Планы нападения на крепость. Все случилось иначе. Тролль разделался с хозяином планов, прежде чем тот добрался до замка. Кажется, мы многим обязаны этому троллю. Наш уважаемый тролль явно не любит утопцев. Наш уважаемый тролль явно не любит утопцев. Наш уважаемый тролль явно не любит утопцев. Thank you.
Я знаю это место. Тут проводили первые испытания травами, до того, как построили замок. Почти стерся. Еще лет 50, и он исчезнет, как и ведьмаки. Здесь стоит осмотреться. Скотина! Где создавали убийц чудовищ, теперь живут чудовища. Здесь проводили мутации иронии. Вопли детей, должно быть, разносились очень далеко. Этот запах. Мутагены. Сколько лет прошло, меня по-прежнему выворачивает. Стол для мутаций. Похож на нашего мрачного Альберта. Только еще более мрачный. Лаборатория. Тут готовили эликсиры, а скорее яды. Какое-то устройство. Сломано. Понятия не имею, для чего это могло служить. Может, оно и к лучшему. Катка для варки зелий. Помню я эти отварчики. Этот запах. Мутагены. Сколько лет прошло, меня по-прежнему выворачивает. Здесь заготавливали травы. Чемерица, волчья ягода, волкобой. Дары природы.
Давай, папа. Покажи, что умеешь. Давай. Но! Железный рудник, он выработан много веков назад. Здесь стоит осмотреться. За корнями что-то есть. В особом месте. Медальон дрожит. В этом месте есть магия. Это необычная кузница. Медальон обнаружил магию. Нужно здесь осмотреться. Кузнечный мех. Отступи! Обойди! Это место принадлежит Ратмиру! Кто ты? Я огонь. Душа этой кузницы. В моем жаре куется сталь. Радмир из Тоткарнеда? С него содрали кожу во время восстания Фарки. Это было очень давно. Жжешь!
Я хочу здесь просто осмотреться. Рожитель, не позволю! Не позволю! Нет, запрещено! Пошла. Давай, плотва! Но пошла. Thank you.
неестественно холодно. Здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры? Заметки чародея. Язык архаичный, но понятный. Угу. То есть в два камня надо ударить Игни, а в один Аардом. Запросто. Этот запах. Здесь росли какие-то травы. Засохшие ветки. Можжевельник. Или туя. Серп, изъеден ржавчиной. Семена. Волкобой, кажется. Температуре за некоторое время здесь смогут вырасти даже экзотические травы. Тут получился настоящий ботанический сад.
Скотина! Тут река кончается. Я, наверное, уже близко. Сильный самец. Ничего удивительного, что Беренгар с ним не справился. Там разобрались. Теперь пора поискать вещи Беренгара. А вот и чертеж. Выковать этот Торхейрн будет нелегко. Но попробовать стоит.
Сюда бы портал. Далеко я зашел. Далеко я зашел. Пора в путь.
Отдохни. Шевелись, Платва.